Эти кадры были сняты 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади. Шел мелкий дождь, и небо было по-осеннему мрачным, но никто не замечал этого. В этот день сюда пришла вся страна, чтобы участвовать в параде Победы. Принимал этот парад маршал Советского Союза Жуков. Командовал парадом маршал Советского Союза Рокоссовский. Сюда пришли и эти сводные полки, представители всех фронтов. Война была еще совсем рядом. Для них она еще не стала историей. Пройдут десятилетия, и на Западе кое-кто будет называть эту войну просто войной 40-х годов. А для нас она всегда будет великой, отечественной. Вспомним путь нашей армии к победе. Мы разгромили врага под Москвой. Победили в грандиозной Сталинградской битве и в битве за Кавказ. Разгромили гитлеровские войска под Курском. Разгромили врага и на Днепре. Полностью изгнали захватчиков с нашей земли. Освободили народы Европы от гитлеровской тирании. Добились окончательной победы над фашистской Германией. Расскажем вам всего несколько историй из великой летописи войны советского народа с фашизмом. Орджоникидзе в начале ноября 1942 года шли жестокие бои. Немцы после сильной артподготовки захватили первую линию нашей обороны. Только один дот, а вернее яма, покрытая бетонным колпаком, продолжал держаться. Рота немцев беспрерывно атаковала его, но он отбивал все атаки. Гарнизон дота. Командир. Сержант Алтунин, беспартийный. Рядовой Куприянов, коммунист. Рядовой Михеев. Парторг. Комсомолец Величко в одной из атак был смертельно ранен.
В перерыве между боями командир попросил парторга принять его в партию. Он написал заявление еще недели назад и теперь хотел сражаться, а если надо и умереть, коммунистом. Парторг подумал, вот вернемся, тогда вернемся. И сказал, не имеем мы полномочий принять тебя двумя голосами, но верю, партия простит нам это нарушение устава. На случайно найденном обрывке обоев они написали протокол общего партсобрания заставы номер 12, 4 ноября 1942 года. Присутствовали Михеев, Куприянов. Повестка дня. Слушали товарища Алтунина, Федора Григорьевича, заявление о приеме в партию во время боя. Постановили товарища Алтунина кандидатом в члены ВКПБ, как доказавшего в бою преданность партии, принять. Через 5 дней наши войска пошли в наступление. Навстречу им из полуразрушенного ДОТа вышли его защитники. За мужество, проявленное в боях, Алтунин, Куприянов, Михеев были награждены орденами Ленина. На этих старых фотографиях те, кто вступал в партию на передовой, вступали в тяжелом 41-м, вступали в дни побед, и перед атакой, и после боя. За годы войны партийные организации Красной Армии и флота приняли кандидатами в члены партии 3 869 200 человек, и в члены партии 2 511 900 человек. Нас всегда будут волновать слова. Если погибну, считайте коммунистом. Но мало кто знает, что 1 300 000 человек написали такие заявления и не успели получить партбилет. Многие из этих воинов, которых справедливо называли и будут называть непобедимыми, доблестными, до войны были людьми самых мирных профессий. Когда по радио было передано сообщение о начале войны, они пошли в военкоматы, не дожидаясь повесток. Шли молодые и не очень молодые. Шли старики, шли больные. Многим было отказано, но они не захотели смириться с этим. Десятки тысяч стали солдатами в дивизиях народного ополчения. Так откликнулись москвичи на призыв партии защитить столицу. В считанные дни образовались дивизии ополченцев. Более половины всех коммунистов Москвы ушли на фронт. Идейным и практическим организатором народного ополчения Москвы явилась Московская большевистская организация, Московский комитет партии. И лично первый секретарь Московского комитета партии Александр Сергеевич Щербаков. Люди мы были, конечно, не военные, разные по возрасту, по своему труду, военной подготовке, профессиям. К нам шли и рабочие, ученые в многих институтах. К нам шли колхозники.
люди различного труда. Но общее, что нас объединяло, это стремление скорее, быстрее помочь Родине преодолеть огромную опасность, которая нависла над нашей страной. Дивизии народного ополчения Москвы прошли большой, трудный, сложный путь. Они дрались под Москвой, в районе Эльмы, Тулы, Каширы. В частности, вот нашей дивизии выпала честь одной из первых участвовать в наступательных операциях под Москвой. Затем мы сражались под Сталинградом, на Русско-Курской дуге, брали Чернигов, освобождали Калинковича, форсировали Одер, Вислу, и, наконец, форсировали Шпрею. Дивизии ополченцев сражались на всех фронтах. Многим из них были присвоены звания гвардейских. Сегодня на Красной площади вместе с теми, кто дошел до победы, и те, кто пал за нее. И в великих битвах, и в боях так называемого местного значения. Они вместе с живыми на параде победы. Ценой своей жизни они приближали ее. Хотя давно известно, чем кончились битвы под Москвой и Берлином, и хотя этим кадрам уже 30 лет, нельзя без волнения вспоминать это. Товарищи, поклонимся тем, кто остановил их, и твердости их руки, и меткости их оружия, величию и силе их духа. Жил в Днепропетровской области молодой парень, Михаил Пнехаха. Он стал морским пехотинцем, защищал Сталинград. Во время одной из атак, когда казалось, танки нельзя остановить, он бросился им навстречу с двумя бутылками горючей смеси. Пуля попала в бутылку, Пнехаха загорелся, но не упал на землю, чтобы сбить огонь, а все бежал навстречу танку. Он сгорал на танке, поджигая его собой, а в последнее мгновение жизни разбил о решетку моторного люка вторую бутылку. Командующий 62-й армией генерал Чуйков назвал Пнехаху сталинградским Данко. Так сражались и умирали, и оставались бессмертными в памяти народа. Сталинград. Дней и ночей здесь шли бои за каждую улицу, за каждый дом, за каждый этаж, за каждую пять земли.
Стотысячные фашистские армии разбились о его неприступные стены. На берегах Волги, у стен Сталинграда начинался путь на Берлин. Начинался бой за Рейхстаг. С каждой минуты отсюда отчетливее виделось 9 мая 1945 года. Украинец Михаил Паникаха отдал свою жизнь за русский город Сталинград. За украинские города героически сражались солдаты всех народов нашей страны. И для всех этих солдат на Красной площади, и для всех их однополчан понятие «Родина» означало и их дом, и их город, и их республику, и всю страну Советов. Солдаты Красной Армии. У них такие разные лица, непохожие имена. А Родина одна, социалистическое государство. И одни знамена, и одни цели. Фашистские главари были уверены, что под ударами их армии развалится Союз Советских Республик. А советскому строю к началу войны было уже 24 года. И значит, 24 года партия воспитывала людей интернационалистами. Война сделала их однополчанами, товарищами по оружию. Ничто так не роднит людей, как пролитая кровь за Родину. Из огня войны советский народ вышел еще более монолитным. У нас было всего 330 моряков-автоматчиков. Тем не менее, это было как бы государство наше, советское, социалистическое, многонациональное в миниатюре. Потому что в этом батальоне у нас были представители почти всех национальностей Советского Союза. А парторгом нашего батальона был Рафаэль Хуцишвили. Ему было всего 19 лет. Но, несмотря на это, он был настоящим коммунистом, стойким в бою, храбрым и смелым. Храбрости просто ему было не занимать, и мы все ему даже подражали. Перед началом боев за Майрамадак Рафаэль Хуцишвили на партийном комсомольском собрании сказал нам, что врага в 10 раз больше, чем нас, и никто из вас не имеет права погибнуть, пока каждый не уничтожит хотя бы 10 фашистов. И эту клятву мы старались выполнить. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат фотографий увядших глядя, этот взгляд словно выше.
высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Было всего 330, но они отстояли свой рубеж. Их было всего 330, но они выстояли против полка Бранденбург, горно-стрелковой дивизии и 60 танков. Этих солдат Победы есть и те, кто шел здесь снежным ноябрьским утром 1941 года на параде в честь 24-й годовщины октября. Солдаты прошли мимо мавзолея Ленина, мимо стен Кремля, уверенные в победе, хотя понимали, как долог до нее путь. Но даже в 41-м, в самый тяжелый, в самый горький год войны, мы уже побеждали. В начале августа месяца 41 года полку была поставлена очень важная и ответственная задача. В ответ на бомбардировки города Ленинграда и Москвы бомбить столицу Германии, город Берлин. Летно-технический состав в этом полку, как правило, большинство состояли членами партии, кандидатами члена партии и комсомольцы. У нас было много коммунистов, они вмещались в помещение, мы проводили партийное собрание прямо на аэродроме. Мы думали только об одном в тот период. Во что бы то ни стало, надо дойти до столицы, до объекта Германии. А там, что будет, неважно, лишь бы выполнить поставленную задачу, лишь бы не сбили нас до цели, то есть до подхода в Берлин. И вот на 8 августа наш полк поднялся на выполнение этой задачи. За несколько дней до этого на пресс-конференции Геббельс заявил: ни один советский самолет не прорвется к Берлину. Вся большевистская авиация уничтожена. А после бомбежки он сказал, что это был налет 150 английских самолетов, только 8 прорвались к городу, но и те были сбиты. А наши вернулись домой. Пяти коммунистам, командиру полка Евгению Николаевичу Преображенскому, летчикам Василию Гречишникову, Андрею Ефремову,
Михаилу Плоткину. Петру Хохлову за выполнение задания первым в соединении было присвоено звание Героя Советского Союза. Их полк в 1941 неоднократно бомбардировал логово фашизма. Те, кто идет по Красной площади, те, кто сражался на линии фронта и за линией фронта, люди нелегкой судьбы. Они шли к победе долгих 4 года, теряли друзей, близких, получали тяжелые раны и шли дальше все вперед и вперед. Есть среди них и такие, что испытали все муки ада. Об одном из них мы расскажем. Он был однополчанином этого человека, дважды Героя Советского Союза, Глинки. Он сражался в составе соединения, которым командовал этот легендарный летчик Покрышкин. Уже много лет Михаил Девитаев водит по Волге корабль на воздушных крыльях. Михаил Девитаев двойной окончил речную технику, а потом пошел в аэроклуб. Стал курсантом Оренбургского летного, где в начале 30-х учился Чкалов, а через 20 лет – Гагарин. Он уже давно не водит самолеты, но часто летает на встречи с однополчанами, летает в разные города, в разные страны, чтобы рассказать людям о войне. Свой первый боевой вылет Михаил Девитаев совершил рано утром 22 июня 1941 года. Первый вражеский самолет сбил через несколько недель после начала войны. В 42-м стал коммунистом. В 44-м был сбит. Очнулся в плену. Он прошел несколько концлагерей. Кляйники Кенигсберг, Заксенхаузен, Свинемюнде. Из каждого пытался бежать. Приговаривался к смертной казни. Был под пытками. Входил в состав подпольной коммунистической организации. Каким был партвзнос в лагере, вспоминая Девитаев? Это твоя пайка хлеба, которую ты отдавал умирающему товарищу. Он не выжил бы, если бы одни товарищи не дали ему теплые вещи. Другие ухитрились уже в лагере сменить ему документы смертника. Третий устроить так, чтобы он попал в команду, работающую на аэродроме. Из-под носа у немцев он и еще 10 человек угнали Хенкель 111. Самолет никак не мог оторваться от земли. По ним уже стреляли. Казалось, они обречены. Вновь разбег, самолет в воздухе. На
месте бывшего концлагеря на острове Узедом стоит памятник. На нем фамилии всех бежавших с Девятаевым. Но этот памятник и тем, кто в концлагерях вселял в людей уверенность в победу, возвращал их к жизни, к борьбе. У тех, кто идет в этот день в праздничном марше, и у всех их однополчан, впереди мирные дела. Их поколение подняло страну из руин, восстановило промышленность, засеяло хлебом выжженные поля. Многие наши послевоенные свершения нужно объяснить и тем, что к мирному труду вернулись те, кто умел побеждать. Спросите у солдата, что дает уверенность в бою. Он многое скажет, но никогда не забудет про тыл. По праву, вся страна сегодня здесь. Каждый сделал для победы все, что мог. Вспомним в этот день и про героев тыла, как говорили тогда. Наши женщины. Они сутками не отходили от станков, овладели сложными мужскими профессиями, работали сталеварами, шахтерами, машинистами, кузнецами. Да, половина победы в этой войне была добыта их руками. Старики-мастеровые испытывали на полигонах сделанные в цехах орудия. Хотя часто их собирали не в цехах. Станки стояли прямо на площадях, и в любой мороз на них работали женщины. Стены будущего завода только поднимались. Годы войны еще раз проявилось одно из великих качеств советского народа – единство. Мы расскажем одну историю, происшедшую в те годы в Узбекистане. Они сыграли свою свадьбу 22 июня 41 года. В колхозе еще не знали, что началась война. На завтра Фатима осталась одна, Ибрагим ушел на фронт. Здесь не было слышно воя сирен, разрывов бомб, но не осталось в колхозе мужчин. А старухи в жарком Узбекистане все вязали и вязали рукавицы для фронта. Приходили похоронные, дети становились сиротами. Колхозница Фатима Касымова брала сирот на воспитание. Когда Ибрагим вернулся после войны домой, в его семье было 15 человек. Это всего лишь одна история из тысяч. То же самое происходило и в Москве, и в деревнях и городах Урала, Сибири, Забайкалья, по всей стране. Как прочно были связаны фронт и тыл. Воевала вся страна и на поле боя, и у станков.
начинаем передачу для бойцов, командиров, комиссаров и политработников 8-й гвардейской краснознаменной стрелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова. Дорогие герои, ваши земляки-казахстанцы, как и весь советский народ, гордятся вами и шлют вам свой пламенный, горячий привет. Товарищи, сегодня в нашей студии собрались ваши жены, матери, дети и друзья. Слушайте их выступление. Первое слово, товарищи, мы предоставляем жене батальонного комиссара орденоносца Логвиненко Маргарите Герасимовне. Товарищ Логвиненко, слушайте у микрофона ваша жена и дочь Валя. Петюша, родной! Я и Валечка поздравляем тебя с великой наградой орденом Красного Знамени. Петя, милый, о нас не беспокойся, мы живы-здоровы. Мы живем хорошо. Вчера получила твое письмо. Большое спасибо за отцовскую заботу. Петя, передай привет комиссару дивизии Сергею Александровичу Егорову от всех жен гвардейцев. Скажи ему, что мы, жены гвардейцев, горды своим смелым земляком. Желаю тебе здоровья, тебе и всем твоим боевым товарищам дальнейших боевых успехов. Целую тебя крепко, Валя Марго. Выступление наших близких в Алма-Ате мы не слышали. Короче говоря, не все слышали. В частности, я не слышал, потому что был на выполнении боевого задания. И значительно позднее солдаты пробежали и объявили: комиссар, иди, слушай свою жену, выступает. И вот в лесу впервые я, значит, слушал эту передачу. Радостей на фронте в то время было очень мало. И самая большая радость была для нас убитым фашистом. Вот этой задачи и все было подчинено в работе партийно-политического аппарата наших частей. Можно говорить очень много о многих товарищах, но мне все-таки хочется сказать о тех, кто все время был с солдатами. Вся страна знает о Василии Клочкове, который возглавил группу 28, о нем много написано и сказано. Знают наши товарищи о подвиге политрука Павлова, который возглавил группу 11 гвардейцев из саперного подразделения в тот же день, когда совершили 28 героев Панфилов свой подвиг у Новосекова, отбивали атаку 20 танков и погибли все 11 товарищей во главе с политруком Павловым. Я хотел бы рассказать о подвиге малоизвестном и о человеке, который совершил этот подвиг. Это Георгиев Андрей Николаевич, коммунист 16-го года рождения. Я держу в руках партбилет этого человека. Он хотел этот партдокумент передать мне после того, как получил боевое задание. Но я взял этот партбилет в присутствии 17 истребителей танков, поцеловал, сказал: Андрюша, этот партбилет тебе вручила партия навечно. Бери его и с ним иди в бой. Политрук Андрей Георгиев и 14 из 17 его солдат пали здесь, не пропустив немцев к Москве. Их батальонный комиссар Петр Логвиненко живет в новом городе Зеленограде, который вырос на том месте, где стояли панфиловцы насмерть. О них хранят памяти солдаты-ветераны и родившиеся после войны и земля. Мало кто знает, что эта аллея, где теперь любят гулять горожане, была когда-то заградительным валом.
я хочу рассказать сегодня о политруке нашей роты. Он войну начинал на границе и погиб в первый раз под Смоленском. В черном небе, когда умирал он, не было и проблеска победы. «В бой за Родину!» — крикнул он хрипло. «В бой за ста!» — так смерть обрубила. Он второй раз погиб в Сталинграде, в первый день, в первый час прорыва, не увидев, как мы фашистам начинаем платить по счету. Умирая, другие люди шепчут «мама» и стонут «больно». Он зубами скрипнул «обидно». Видно, больше всего на свете знать хотел, как будет дальше. В третий раз он умер под Курском, когда мы им хребет ломали. День был жарким-жарким, а небо синим-синим. На плащ палатки мы в тени сожженного тигра умирающего положили. Он лежал и упрямо слушал уходивший на запад голос своего последнего боя. Сэр! Сэр погиб по освобождению Украины! Позор! Позор по освобождению Украины! Погиб на оборону! У него было длинное имя, у политрука нашей роты. За 4 кровавых года так война его удлинила, что в одну строку не упишешь. Иванов его было имя, и Гриценко, и Кондратович, Акопян, Мурадов, Долидзе, и опять Иванов, и Лацис, Тугильбаев, Слуцкий, и снова Иванов, и опять Гриценко. Когда умер, в четвертый раз он, уже видно было победу, но война войной оставалась, и на длинной ее дороге еще много раз погибал он. 8 раз копали могилы, 8 тел его мы зарыли, 3 в русскую, в украинскую, и еще 1 в белорусскую, на 7 раз в братскую польскую, на 8 немецкую землю. В пятый раз он не умер. Он дошел до Берлина с нами, с перевязанной головой. На ступеньках Христага снялся с нами вместе, со всей ротой. И невидимо для незнавших, 8 политруков стояли рядом с ним, с 9 дошедшим. Это было так, потому что всю дорогу 4 года они были душою роты. А душа, говорят, бессмертна. Эти знамена, с которыми враг хотел пройти по Москве, были привезены в Москву на Красную площадь. Они поверженные были склонены перед мавзолеем Ленина, перед стенами Кремля, перед солдатами-победителями, перед народом-победителем, перед партией нашей, которая привела нас к победе. Помним и тех, кто в этот день
вывел на Красную площадь сводные полки, которые представляли все наши фронты. Маршал Советского Союза Мерецков, маршал Советского Союза Говоров, генерал армии Баграмян, маршал Советского Союза Василевский, генерал-полковник Батов, генерал-полковник Чуйков, маршал Советского Союза Конев, маршал танковых войск Рыбалка, генерал армии Еременко, маршал Советского Союза Малиновской, маршал Советского Союза Толбухин, вице-адмирал Фадеев. Это все было 24 июня 1945. Через 4 года и 2 дня после начала Великой Отечественной войны. С тех пор прошло почти 30 лет. В этот уже далекий от нас праздничный вечер, под лучами прожекторов, под звездами салютов, мы все вместе. И сколько бы лет ни прошло с той победы, она никогда не станет только исторической датой. Она живет в каждом из нас. Мы бережно передаем ее своим потомкам, великую страницу нашей великой истории.